Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня, в этот прекрасный международный женский день, я хочу поздравить всех девочек, девушек, ваших мам, бабушек, сестер с международным женским днем. Пусть у вас все будет хорошо и замечательно с вашими лошадьми, с вашими, я не знаю, друзьями, и, в общем, пусть у вас все будет хорошо. И в честь этого дня я решила взять нечто необычное и новое для моего канала, точнее, ну, не очень необычное, не очень новое, но я решила сделать некоторое, то ли панно, то ли не знаю что, ну, в общем, сейчас все объясню. У меня есть очень много старых розеток, которые просто мне уже не нравится, как они лежат как-то непонятно и некрасиво на моих полках, так что я решила их оформить в некоторую композицию. Это что-то типа DIY, ну, как бы я не умею снимать. Нам понадобятся розетки, ну, или если у вас, допустим, мало розеточек, то вы можете взять цветы, я думаю, это тоже будет красиво. Приступим. Я делаю набросок головы лошади, а потом распределяю по ней розетки, чтобы все смотрелось более-менее хорошо. Теперь берем клей и приклеим наши розетки, или что там у вас, к нашей лошади. Ребят, сразу говорю, не берите клей ПВА, он очень плохо клеит. Лучше возьмите двусторонний скотч. Также я сделала бантики. Я надеюсь, вам очень понравилось это видео, и вы поставите ему лайк и подпишитесь на мой канал. С вами была Ксения Кузнецова. Всем пока!